так объяснить, вот это я не могу. Тут была дорога щебенистая, щебенка. Ну не щебенка, до такой степени асфальт был разбит, что было такое впечатление, что щебенка. Помню этот участок. Где-то должна быть граница Костромской области и Кировской. Стелла стояла с левой стороны. Вполне приличная, нет ни колейности, ни рытвин. Данчик справа. Только что был подарок от строителей.
сфотографировался. Ох, Жигуль топит. А, ну да, ладно. Тойота пошла. БМВ. А, не, не БМВ, тоже Шкода. Сзади далеко, никого нету. Мегафон свет пропало. Связи никакой.
заправка слева. Скапливаются следы от мошкары. Липнет на лобовое стекло. Thank you.
парковки припарковаться, поменяю карту памяти. Кировская область. Но в то время, о котором я говорил, насчет очень плохой дороги Кировской области, Костромской была не лучше. Карточку и продолжу движение. Так, все. Режим записи. Так, поменял карту памяти, предварительно отформатировав ее. И продолжаем движение. С Богом.
второй половине дня. Солнце в спину. Видимость потрясающая. Экосовет. Машина рекомендует поднять стекло. Поднял, посмотрим. Насколько улучшится аэродинамика. С левой стороны погибшие деревья. Почему они погибли? Такой островок. Естественная гибель или человек помог?
что ли. Ладно, я заеду несколько магазинов по пути. Думаю, может быть, в Тюменской области. Там у них широкий выбор. Но в любом случае, я прежде чем брать масло, с тобой свяжусь, сделаю скриншот канистры. Ладно, хорошо.
деревья начинают немножко осень встречать. Да, какие раковины на дороге, или битум вылили туда, или я не знаю,
самое. Самовольно, что ли, включилось. Дальнобойщики общаются. Вот идет колонна, и они между собой по радио. Поблагодарил его, что он не вылез раньше времени. А то есть такой тип людей. Видят, что такой момент интересный наступает. И начинают козявки делать. Это как в одном анекдоте. Парень наблюдает, как бабулька бежит к автобусу и начинает загадывать. Успеет, не успеет. Успеет, не успеет. Успеет, не успеет. Эх, не успела, сказал Вася, нажимая на кнопку закрытия дверей.
куда ты прешь, блин? Volkswagen сзади. Опять пойти на обгон. Дорога. Летел как пуля, блин. Хорошая, нормальная дорога, но почему вот такие раковины? Это дело рук человека.
камера. Вверх ногами. Какой же это район? Вот он, ё-моё.